Для оказания психологической помощи раненым в ходе Отечественной войны военнослужащим азербайджанской армии будут привлечены профессиональные специалисты. С этой целью 15 специализированных врачей из Турции посетят Азербайджан для лечения военнослужащих, передает канал 13 со ссылкой на репорт. Ожидается, что турецкие врачи-специалисты прибудут в Азербайджан 20 января. Отметим, что накануне военнослужащий сверхсрочной службы, участник Второй Карабахской войны, 36-летний Мусаев Бюсал Эльдар-Оглы в отделении психиатрии главного клинического госпиталя Министерства обороны совершил суицид через повешение. Бюсал Мусаев 29 сентября, находясь на территории села Гюлистан Геранбойского района, получил закрытую черепно-мозговую травму вследствие взрыва. 7 декабря он проходил лечение с диагнозом психоз в главном клиническом госпитале Министерства обороны. Еще 30 декабря близкие Мусаева писали в социальной сети Facebook о тяжелых психических расстройствах военнослужащего, находящегося на лечении. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.